Неожиданное продолжение получила история со скандальным увольнением главного прокурора Алматы. В агентстве по делам госслужбы рассказали, за что сняли с должности Габита Миразова. Выяснилось, что экс-глава надзорного ведомства был в курсе того, что высокопоставленному заключенному Талгату Ермегияеву в колонии создавали особые условия. Но он закрывал на это глаза и не предпринимал никаких попыток восстановить порядок. По результатам рассмотрения представления генеральным прокурором уволен прокурор города Алматы Миразов, который, дискредитируя государственную власть и органы прокуратуры, поддерживал незаконные контакты с осужденным Ермегияевым и, зная о нарушениях им порядка отбывания наказания, не принял мер прокурорского реагирования. Впрочем, без работы уволенный прокурор долго не просидел. Сейчас он занимает должность заместителя председателя правления банка РБК. Решение об этом совет директоров принял в мае. О первых арестах по делу о покровительстве Ермегияеву стало известно еще в конце прошлого года. Всего наказаны 15 человек, среди которых и несколько высокопоставленных сотрудников МВД. Следствие выяснило, что они создавали Ермегияеву беспрепятственный доступ к интернету, мобильной связи и алкоголю. Не ограничивали и в свиданиях. В колонии у экс-главы нацкомпании «Экспо-2017» был даже собственный кабинет. Как известно, Талгата Ермегияева приговорили к 14 годам тюрьмы – за хищение бюджетных средств и взятки.